Здравствуйте. Сегодня в студии депутат областного собрания Александр Дятлов. Моя коллега Екатерина Поздеева находится в командировке в нескольких районах Архангельской области. Занимается вопросами функционирования детско-юношеских спортивных школ. В следующей программе мы обязательно вам расскажем, как в районах дела обстоят с детским спортом. В прошлой программе мы вас спрашивали, надо ли сохранить меры социальной поддержки инвалидов по содержанию жилья. Вот какие результаты мы получили. Да, сохранить 80%, нет, для них есть новые льготы по капремонту 12%, затрудняюсь ответить 8%. По новому федеральному закону представлять эти льготы Архангельская область не имеет права. Сейчас есть два варианта решения проблемы. Обращаться в федеральный центр, что будет сделано на ближайшей сессии Архангельского областного собрания, либо же принимать областной закон о выделении данных льгот. Но эта мера обойдется крайне дефицитному областному бюджету в 100 миллионов рублей ежегодно. Также на прошлой неделе мы говорили о сокращении финансирования на летний отдых на 34 миллиона рублей. Говорили о возможном выделении данных средств из федерального бюджета. В результате денег из федерального бюджета выделили в два раза больше. Архангельская область получит еще почти 65 миллионов рублей федеральных средств на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эта сумма будет выделена дополнительно к уже заложенным в областном и местных бюджетах 529 миллионам рублей. Всего в 2016 году планируется оздоровить около 60 тысяч юных северян. Это примерно половина детей школьного возраста. В Архангельской области планируется открыть 478 загородных и профильных лагерей и детских пришкольных площадок. Сегодня поговорим о врачах. Каждый пятый россиянин заявляет о том, что с начала 2015 года доступность и качество медицины значительно ухудшились. За три года оптимизации системы первичной медико-санитарной помощи были уволены более 12 тысяч медработников. За этот же период в стране сократили более 50 тысяч койко-мест в медучреждениях. Такие данные были получены Центром мониторинга и качества доступности здравоохранения. Наибольший дефицит медицинских кадров зафиксирован в Республике Мариэл и Коми, Пензенской и Кировской областях, а также в Ульяновской и Архангельской областях. О дефиците терапевтов в Архангельской области заявили 63% пациентов. В Татарстане 36,5%, в Башкорстане 36,4%. Органам исполнительной власти необходимо не просто обратить внимание на указанные негативные факты, но и разработать в срочном порядке комплекс мер по улучшению ситуации с доступностью и качеством медицинской помощи, особенно в тех регионах, где за 2015 год отмечено снижение численности населения, считает руководитель Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения ОНФ Николай Говорин. Безусловно, очень заметно уменьшение количества терапевтов, а ведь именно к этим врачам идет каждый наш житель, почувствовав себя плохо. Не так давно новый министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов отметил: «Основополагающая проблема Поморья – кадровая, но могу вас заверить, что она не стоит острее, чем в других регионах. У нас в городе есть свои медицинские и образовательные учреждения, и если бы их не было, проблема была бы намного жестче. Но почему, даже имея Северный государственный медицинский университет, мы не можем решить проблему в полной мере? Потому что там, где дефицит врачей намного больше, он высасывает из соседних регионов востребованных специалистов. Наше министерство также привлекает в Поморье специалистов из других субъектов РФ. Это 43 врача и 42 специалиста среднего медицинского образования только за прошедший год». А опрос наш сегодня звучит так. А устраивает ли вас качество медицинского обслуживания в Архангельске? Три варианта ответов. Да, устраивает. Нет, не устраивает. И третий вариант, затрудняюсь ответить. Ваши ответы мы ждем в наших социальных сетях в Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. Также вы можете проголосовать на сайте Двина.Информ. На экранах телевизора вы видите наш электронный адрес. Мы ждем ваших ответов. До свидания и всего вам доброго.